Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас новость такая интересная. Oppo R9S и R9S Plus уже представлены в Китае. Так что скоро стоит ожидать и в странах СНГ эти аппаратики. И также ссылочки на интересные товары из Китая на AliExpress вы можете посмотреть в описании к видео. Так, поехали. В рамках презентации в Китае компания Oppo представила флагманы R9S и R9S Plus. Оба смартфона получили цельнометаллические корпуса, сканеры отпечатка пальцев, основные камеры на 16 мегапикселей с технологией двойной фокусировки и сенсором Sony EMX398, а также фронтальные камеры с таким же разрешением. Разработчики Oppo R9S и Oppo R9S Plus также дополнили обе модели технологией быстрой зарядки VOOC Flash Charge, благодаря которой пользователь может рассчитывать на 2 часа разговоров после 5-минутной зарядки. Смартфоны Oppo R9S и Oppo R9S Plus работает под управлением Android 6.0.1 Marshmallow с оболочкой ColorOS 3.0. R9 Plus с 5,5-дюймовым экраном дополнили узкими рамками толщиной всего 1,5 мм, а толщина рамок R9S составляет 1,7 мм. Технические характеристики Oppo R9S: 5,5-дюймовый экран с 2,5D стеклом и разрешением Full HD. Прикрыт экран Corning Gorilla Glass 5. 8-ядерный чипсет Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, графический процессор Adreno 506, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ с возможностью расширения на 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Ось Android 6.0.1 Marshmallow, поддержка 2 сим-карт и microSD, слот, конечно же, гибридный. Так, 16-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и объективом с диафрагмой f1.7. Возможность видеосъемки в разрешении 4К. 16-мегапиксельная фронтальная камера с объективом диафрагмы f2.0. Сканер отпечатка пальцев. Так, коммуникация у нас здесь 4G, конечно же, Wi-Fi, Bluetooth 4-го поколения и GPS. Габариты аппарата 153 мм по высоте, 74 мм по ширине и 6,5 мм толщина. Вес аппарата 145 грамм. И также технические характеристики Oppo R9 Plus: это 6-дюймовый экран с 2,5D стеклом с разрешением Full HD, также прикрытый стеклом Corning Gorilla Glass 5, 8-ядерный чипсет Snapdragon 653, графический процессор Adreno 510, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ с возможностью расширения картами памяти на 128 ГБ, аккумулятор емкостью 4000 мАч, ось Android 6.0 Marshmallow, поддержка 2 сим-карт плюс microSD, 16-мегапиксельная основная камера с двойной светодиодной вспышкой и объективом диафрагмы f1.7, возможность видеосъемки также в 4К, 16-мегапиксельная фронтальная камера, сканер отпечатка пальцев, коммуникации все те же остались, только единственное, что Bluetooth здесь поменялся на версию 4.1. Габариты аппарата 163 мм по высоте, 80 мм по ширине и 7,3 мм толщина, вес аппарата 185 грамм. Смартфоны Oppo R9S и R9 Plus появится в нескольких цветах: золотом, розовом, золоте и черном. На данный момент обе модели уже доступны для предзаказа. Старт продаж флагманов начнется 28 октября в Китае. Приобрести 5,5-дюймовый R9S можно будет по цене в 415 баксов, в то время как стоимость 6-дюймового R9 Plus составит 519 долларов. Недешево. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.